Всем привет! Меня зовут Максим, и я работал на телеканале Discovery. Мой новый работодатель выкупил меня у канала на хлеб с маслом и колбасой. Сегодня я объясню вам, как правильно крысить в CS 1.6. Итак, приступим. Первым делом показываю игру за команду КТ. Нам нужно закупить гранату для инвиза и нормальный ствол для самого убийства. Данный трюк хорошо помогает на Dusty 2 и Dusty 2 на 2. Как только игра начинается, сразу же бежим в банку. Закидываем пару флешек, чтобы не спалиться. Затем берем в руки каешку и садимся в угол в ожидании гостей. Я бы советовал внимательно прислушиваться, чтобы услышать, сколько человек проходит возле вас и не спалиться преждевременно. Теперь показываю игру за команду Тера, все на той же карте. Следи внимательно, а то все пропустишь. Нам нужно спрятаться в одном из трех мест, которые я тебе покажу. Первое тут, второе тут. И третье, мое самое любимое. Вот, всех их могут прочекать, но они очень выгодные для нас.